Пожалуйста. Можно вопрос? Я извиняюсь, если можно, не стоило. Вот украинские СМИ написали, ссылаясь на вас, что вам терять нечего, да, перед этой игрой, как бы. Означает ли это, что вы будете играть на победу? То есть с первых минут вы предпочтете атакующий? Я сначала общение с игроком. Я потом мы обязательно ответим на ваш вопрос. Он сейчас стал наверное. Евгений, по последним играм в Лиге Европы сложилось впечатление, что и игроки, и футболисты менее мотивированы на игры Лиги Европы, у них меньше настрой, чем на соответствующие на игры чемпионата Украины. Как вот вы чувствуете, так это или нет? Ну, Я бы так не сказал, может у нас что-то не получается в Лиге Европы, в том числе и забить голы, и добиться результата. Но я не скажу, что мы не мотивированы, так как мы мотивированы на другие турниры. Мне что он говорит, что он ойналит, не понял, если я кем говорит, то я говорил, что Днепр умеет Авролига, но он говорит, да, я почти я нашел не эти чемпионата, и не фигурируйся. Слово он говорит, cevap onun bahsettiği yok ben bile düşünmeden sadece olarak son oyunlarda neyse biz de oyunumuzda alınır ve istediğimiz neticelere nail olabilmeli ama ümumiyetle böyle değil. Евгений, поражение Динамо Киев стало достаточно болезненным и неожиданным. После этого, как бы вы оценили настроение в команде перед матчем с Карабахом? Ну, естественно, неприятно проигрывать, но у нас настроение обычно, готовимся в обычном режиме или к Карабаху. Son oyunda, ki son oyunda Dinamo Kiev'i 0-3 mağlup ettikten sonra kamuoyunda umumiyetle pis təsir eləmir. Elbette ki Kuduzmak umumiyetle pisdi ama böyük hesabla ondan da pisdi ama biz adi qaydada oyuna hazırlaşırıq, heç bir fərq yok. Еще, пожалуйста, вопросы игроку. Спасибо, Евгений. Нет, ну понятно, что я отвечаю на вопрос, что действительно нам некуда деваться, и если мы хотим продолжить дальше играть и быть в игре, конечно, нам надо сыграть дальше. Что тут двух мнений быть не может. Son zaman ibarətdir ki, Ukrayna mediyaların belə bir yazıq yapılmışdı ki, Dnepr iki itiləsi bir iş bir şey yoxdur və ilk dəqiqələrdə hücuma atılacaqlar. Buna münasibəti bizdən dedi ki, əlbəttə ki, düz deyirlər, itiləcək heç bir şeyimiz yoxdur. Əgərsə biz Avroliqada oyunumuzu davam etdirmək istəyirik, mütləsə hava çıxıb, qələbə qazanmalıyız. С первых минут у вас будет какая-то такая тактика, исходя из... Ну, посмотрим. Через тренировку. Поэтому еще подумаем завтра. Надо учитывать то, что мы в воскресенье играем с Шахтером. Поэтому будет много есть нюансов. Ильки, Эгерсе. Eləlisə, deməli, onu deməkdir ki, ilk dəqiqədə siz iki forvardan... Yəni, bunu hesaba alsaq, onda elə çıxır ki, siz ilk dəqiqələrdən iki forvardla oynayacaqsınız, ya da hücum taktikadan istifadə edəcəksiniz. Məşq edir ki, hələ bilinmir, çünki yerlərdə məşq var, hələ sabah fikirləşib, oturub, ölçüb içəri. Çünki birisi hələ bazar günü şampiyonla deyib oyunumuz, çox çəkin oyunumuz var, ona görə onu da nəzərdə almalıyız. В преддверии игры с Шахтером, которая будет через два дня, как вы настроены сделать, отдать все силы для того, чтобы, возможно, все-таки выйти из группы Лиги Европы или поберечь перед важной игрой с Шахтером? Хороший вопрос. Для меня тоже головная боль, потому что я не говорю, что у нас нет шансов в Лиге Европы, но они не очень хорошие, потому что проиграть две игры дома,
шансов очень мало. Но все равно, знаете, Днепр — это команда, которая на виду, и надо играть и завтра, постараться сыграть хорошо, естественно, в воскресенье. Поэтому, возможно, мы кому-то дадим отдохнуть. Я не исключаю этого. Но еще раз повторяю, завтра будем думать и определим состав, так чтобы и в воскресенье у нас были силы для того, чтобы играть в шахтёр. Sol olan ibarətdir ki, o Şaktyorun oyununa nəzərə alsaq, yəni ya siz yavarlıq yapmalı olun, ya da sabah bütün gücünüzü meydana qoyub, müsbət nəticə qazanmaq rolu ya da mübarizəni davam etdirəcəksiniz, ya da ki, gücünü qədər saxlayıb Şaktyorun oyuna saxlayacaqsınız. Başıma işçi onu dedi ki, yaxşı sualdır əsas mənim üçün, çünki mən də açıq biraz seçim qabağındayım. Əlbəttə ki, biz də istərdik ki, Avroliqada qalaq, çünki bu turnir bizim üçün nəsə bir əhəmiyyət bəhs edir. Çünki birisi Dnepr hər zaman iddialı komanda idi və biz istərdik ki, hər iki cəbhədə boş, həm də Avroliqada, həm də çiftlərində. Amma yenə də sabah oyun var, sabah həyəti müəyyənləşdirəcək. Ola bilsin ki, hansısa bir oyuncular bir dincəlmə imkan verəcək. Amma yenə hamı hər şey bilməkdən sonra bilinəcək. В первой игре против Карабаха не играл Роман Зазуля. Сейчас мы знаем, что уже в чемпионате он сыграл против Динамо Киев. То есть какова вероятность его появления в завтрашней игре? Он готовится в числе тех, которые, вероятно, выйдут на поле. Ну, у нас три форварда, причем три довольно хороших. Игрок сборной Хорватии, двое сборной Украины, поэтому кому мы отдадим предпочтение завтра, мы посмотрим. Соломан Баретки, Карабах на ойда, Роман Зазуля мейдана чихмамышты, ама Динамо Киев на ойда мейдана чихмышты. Yani Мешит Абона хиятта ге вереceğim. Мешит dedi ki, o 18-li içindədir və o sabah da oyuna hazırlaşır. Bizi üç dənə yaxşı forvardımız var. Biri Xorvatiya, birisinin ikisi də Ukraynadan və elə bilmirik kimə bir üstünlük verəcəyik sabah da oyunda.